Мосты, плотины, туннели, созданные умелыми инженерами, радуют глаз, приносят пользу и заставляют удивляться, как люди вообще могли создать подобное. Дэвид Макколи, автор популярнейшей иллюстрированной энциклопедии «Как все устроено», продолжает рассказывать детям о великой силе человеческой мысли в книге «Как это построено». Его интерес привлекают не знаменитые «Семь чудес света», а сооружения, которые можно увидеть и сегодня. Собор Святого Петра в Риме, Евротуннель под Ла-Маншем, небоскреб Empire State Building. Законы физики и другие науки приходят на помощь архитекторам уже много столетий подряд. Однако всякий раз жизнь предлагает определенные обстоятельства, в которых требуется не просто соорудить плотину или мост, а решить ту или иную задачу. Основной критерий отбора построек для данного издания – красота и оригинальность инженерных решений. Архитекторы и строители, опираясь на опыт предшественников и используя современные технологии, демонстрируют настоящий триумф человеческой мысли. –